С самого утра здесь, в ОКИ «Витязь», в областной столице кипят нешуточные страсти на паркете. Все дело в том, что здесь, в областной столице, проходит финал областного этапа школьной баскетбольной лиги «КСБаскет». Это престижнейший турнир по баскетболу среди школьников. Всегда эти состязания проходят с особым размахом. Здесь все по-взрослому. Есть группа поддержки, музыка, музыкальные джингли, работают ведущие. И самое главное, болельщики шумят так же, как на профессиональных играх. Две системы в этом году проходили. Кто-то сыграл школами, кто-то сыграл у нас, как, допустим, в Вологде, мы играем в сборной. Вот. Например, Шекснинская школа у нас играет в этом году чисто своими победителями. Организаторы и региональные менеджеры стараются создать праздник для детей. В борьбе за бронзу у девушек победу одержала команда Великоустюгского района. У мужчин сильнее всех за третье место оказались череповчане. В борьбе за первое место у девушек сошлись команды из Вологды и Шексны. Это вечные соперники, которые на протяжении уже 4 сезонов встречаются в региональном финале. И обычно победу одерживала команда из Шексны. А вот в этом году традицию удалось прервать. Вологжанки праздновали успех со счетом 60-26. И вот давайте послушаем их победные эмоции. Это очень классно. Волнительно, очень честно. Особенно с сильными соперниками. Приятно. В мужском финале сильнее оказалась команда из Вологды. Ребята уже не первый год пробуют свои силы на федеральном уровне. И там у них получается достаточно неплохо. Поэтому команда опытная и мастеровитая. И даже видно, насколько превосходит соперника в физической форме. Поэтому пожелаем вологжанам удачи в финальном этапе. Он пройдет спустя месяц, в марте. Мы изменили подход к своим тренировкам. Мы изменили место своих тренировок. Кто-то тренировался самостоятельно, кто-то тренировался в академии, кто-то тренировался у меня. У нас стало намного больше выездов. Я очень благодарен организаторам в Костроме, которые нас постоянно приглашают, нам удается играть. Теперь и мужская, и женская команда из Вологды будут представлять наш регион на всероссийском финале. На финале Северо-Запада он состоится 15 марта в Архангельске. Павел Аралов, Игорь Трифонов, телеканал «Русский Север».